И всем привет, друзья, с вами Улунг, и сегодня мы снова играем в Inscription. Так, наверху мы, кажется, были уже, да? Тут ничего интересного нету. Пойдем направо. А справа идем вниз. Ты должен найти больше ботов в окрестностях. Окей, что мне с ним... Блин, не прочитал. По всей ботопе разбросана куча всяких усилений. А, вот, что-то взял. Перезаряжает твою энергию за один ход. Хорошая вещь. Давай возьмем. Если ты умен, то ты не станешь трястись над каждой батарейкой. Используй предметы почаще, они восстанавливаются на контрольной точке. Окей, а что за контрольная точка? Разберемся, ладно. Так, а это что такое? Детонатор. Когда карта с этим символом погибает, существо напротив и соратники по сторонам получают 10 единиц урона? Это получается, он убьет вот эту карту и убьет свои две. При условии, что я его уничтожу. Так же само он уничтожит. Понятно, значит, используем пока эти две точки. Так, призбот. Пока не могу. Пустой резервуар. Давай поставим... Слушай, мне пустой резервуар не особо нужен, поэтому я думаю, его можно поставить вот здесь вот. Да? Так, итого у меня закончились батарейки. Так, пополнить шкалу энергии до текущего максимума — неплохая штука. То есть у меня сейчас текущим... А, у меня текущий максимум один. Понятно, ходим. Так, бронебот сейчас ударит, но ничего страшного, у нас появилось два. Возьмем... слушай, возьмем пока белку. Возьмем белку. Поставим белку вот сюда. И возьмем призбота. И еще... А, простите, я забыл. Ладно, ничего страшного. Так, сейчас он умрет, да? Он же взорвался. Или нет? Погоди, а че он не взорвался? А че он не взорвался? Это что такое? Когда карта с этим символом погибает, существо напротив и соратники по сторонам получают 10 единиц урона. Как скажешь, поэтому давай уничтожим вот эту вот карту. Чем? Вот только чем. Призбот, он не наносит урон. Давай снайпера возьмем. Это пока единственное логическое решение, которое я придумал. Ставим вот сюда. И все, у меня закончилась штука. Убиваем. Умер. Все, замечательно. Но мы все равно получим 2 урона. Проиграем? Нет, не проиграем. Хорошо. Так, белка нам пока не нужна, а вот эту штуку возьмем. Бронебот. Бронебот, 1 урон. 1 урон. Слушай, а может уничтожим эту штуку? А давай так и сделаем. А сколько у него? 3. А я хочу... А, не могу. Слушай, я думаю вот эту штуку попробовать. Ну давай попробуем в следующем ходу. А у меня жизни мало. 1 урон и все, и жопа. Да? Ну тогда давай бронебота вот сюда. Да. И пустой резервуар вот сюда. И ходим. Так. Замечательно, бронебот выжил. И мы получили 1 урон. Ничего страшного, возьмем белку. Белка ведь здесь? Кажется, да. Так, давай ставим... Че это? Двойной пулеметчик. Ставим вот эту штуку вот сюда. И призбота вот сюда. В принципе, можно ходить. Раз. Ага. Он уничтожит бронебота, но ничего страшного. Призбот, бляха, ты чё не работаешь? Прикольно, ну ладно. Энергобот. Что ты делаешь? Когда на доске появляется карта с этим символом, владелец карты получает 1 единицу урона. Одну единицу чего? Урона? 1 единицу энергии. Так, давай мы знаешь, как сделаем? Почему ты не работаешь? Подожди, когда карта с этим символом... А, погибает! Погибает, блин, а я не прочитал. Эх, косяк. Ладно. Мы знаешь, как сделаем? Слушай, мы в любом случае урон получим, поэтому ставим эту штуку вот сюда. И... Да и все, и ходим. Раз, два. Итого, выровнялись, хорошо. Ничего страшного, ничего страшного. Что тут? Пустой резервуар. Хорошо, ты... В смысле? Я только разогрелся, чувак. Я сдаюсь, давай забудем об этом. Ладно, как скажешь. Чё? А, понял. Хорошо. Так. Мы здесь. Давай посмотрим, какие карты он нам предложит. Раз, два, три. Рокировка бот. А ну. При получении урона карта с этим символом меняет местами свою энергию и здоровье. Нифига себе.
при получении урона. Да, а давай. Снайпер-бот у меня есть, пресс-бот у меня есть. Давай эту штуку возьмем, посмотрим. Может, очень полезная карта. Так, нам сюда не надо, а налево надо. Хочешь дать отпор враждебным ботам? Модифицируй своих, сделай их сильнее. Давай. Так, выбери карту из своей колоды. Давай кого-то усилим, например... ну давай бронебота. Так, окей. Давай посмотрим. Давай. Не-не-не-не-не-не-не. Это что такое? А что он делает? Карта с этим символом наносит 1 единицу урона существу, занявшему ячейку напротив. Так оно и так будет наносить. Ладно, давай посмотрим. Толстяк мне не нужен. Вы можете выбрать, куда именно будет стрелять эта карта. А можно я другую карту возьму? В принципе, ладно, давай возьмем эту штуку. Вроде прикольно. Доволен? Да, не особо, но... Думаю, нормаль. Думаю, нормуль. Так, пойдем. Мост. Ты почти дошел до контрольной точки. Постарайся не облажаться. Я постараюсь. Я ничего не обещаю, но я постараюсь. Так, мост. Что это такое? Будильник-бот. А ну. Карта с этим символом дарит существу напротив 1 единицу силы. А зачем? Непонятно. Так. Ну, пустой резервуар. Как обычно. Подожди, а что я могу поставить? Ничего я не могу поставить. Поэтому пустой резервуар вот сюда. И ходим. Бля, я протупил. Надо было сюда поставить банку. Ничего страшного. Так, берем белку. И... А он с одного удара уничтожит, да? Да. 2 урона. 2 урона. Я могу поставить призбота. Давай поставим призбота. И... Да и все, в принципе. Ходим. Бляха. А какого он стреляет? С каких пор ты стреляешь? Автоматон. Как скажешь. Сколько у меня? 3 ячейки. Я могу поставить бронебота. А, не понял. Сейчас возьмем карту. Давай возьмем... Пустой резервуар у меня есть. Возьмем снайпер-бота. У него тоже 3. Давай возьмем снайпер-бота. Тогда поставим тебя вот сюда. И ходим. Дотянусь? Не дотянусь. Ну ладно. Раз... И он сейчас уничтожит. Не уничтожит. Это хорошо. Берем еще одну карту отсюда. Энергобот. Так. Могу поставить бронебота. Давай поставим бронебота вместо пустого резервуара. Бронебота ставим вот сюда. И... Ну, в принципе, все. Ходим. Автоматона уничтожаем. И эту штуку мы тоже уничтожаем. Ходим. Так. Бляха-муха. Рокировка-бот. А что мне с ним делать? Нельзя, чтобы он урон получал. Или мне нужно ему сразу 5 нанести? Вот это, конечно, прикол. Так, но у меня тоже есть рокировка-бот. Слушай, я ему могу сейчас 2 урона нанести, у него будет урон 3. Ладно, давай возьмем еще одну карту крутую. Двойной пулеметчик. Хм, можно поставить вместо вот этой штуки. Бляха! Пустой резервуар. Мне не хватает, надо было один пустой резервуар поставить. Ладно. Ходим. Ну, давай вот сюда и вот сюда. Итого, он сейчас нанесет мне 1 урон и уничтожит... Да, моего снайпера. Жопа с ручкой. Так, есть кто-то... Гриз, ты кто такой? Трансформер. В начале вашего хода карта с этим символом трансформируется в режим зверя или наоборот. А я могу поставить? Могу. Давай, сейчас возьмем карту. Гриз, давай поставим. А давай. Прикольно. Так, ну, в принципе, все. Не-н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 е. Так, стреляем сюда. Ага. И теперь... А, так ты гризли, йо. Прикольно, прикольно. Сейчас уничтожим, сейчас уничтожим. Так, берем белку. Могу поставить вместо вот этой штуки. Так, молоточек. Убираем. И ставим двойного пулеметчика. У него будет урон 4. Слушай, даже не знаю. Даже не знаю. А давай поставим двойной пулеметчик, ставим вот сюда. И, в принципе, ходим. Раз, два, три, и еще одну вот сюда. Победа? Да, замечательно, замечательно, еще 2 бакса залутали. Хорошо. Так, мы на мосту, а мост это где, собственно говоря? Ты добрался до первой контрольной точки. Как скажешь. Круто, безусловно. Ага, чекпоинт. Твои предметы перезаряжены. Боты, которых ты сломал в этой зоне, не оживут.
Если и когда ты погибнешь, тебя вернут в эту точку. Ага! Система здесь утонченная. Монетки. Еще монетки. Хорошо. Так, что это? Чё это? Чи? А, так ты взял карту, которая была в предыдущем акте, и просто переделал ее. Так, уйти нельзя. Ну ладно, что, пошли. Пошли вниз. Так, деньги внизу, ну пошли к деньгам. Что мне делать? Здесь ты можешь потратить свои рабобаксы. Рабобакса 22, рабобакса 26, 8, 10. А сколько у меня? Можно посмотреть, сколько у меня? Да, подожди. А, у меня 5. Да, понял. Ну, пойдем налево. Так, возьмем карты. Раз, раз, два, три. Амебобот. Когда вам достается карта с этим символом, этот символ заменяется на случайный. Ну, такое. Будильник-бот, я тоже не совсем понимаю, зачем он нужен. Но очень прикольно. Двойной пулеметчик, давай возьмем, он вроде классный. Так, ну, пошли наверх. Мы пришли к... кому? Горностаю, да? Ну, мы ж наверх пришли. Здорово. Уф, уж прости, дуй назад. Мост еще не достроен, иди обратно. Мне нужно время или одолей босса, я к тому моменту успею. А, так ты просто... А, понятно. Ну тогда пошли направо. А еще раз направо. Восточная Батопия. Не очень благоприятная область. Ну пойдем. Но осмотреться все же надо. Как ты понимаешь, для великой запредельности... Да, понятно. Так, ну мы к кому пришли? А мы пришли, скорее всего, к... Не, к лешему нужно наверх подниматься. Мы пока не пришли к нему. Это чё? Будильник-бот. Будильник-бот. Ну, слушай, мне некого ставить, поэтому ставим вот сюда. Вот так вот ходим. Раз. Да, прикольно. Так, берем еще один будильник. Пустой резервуар. Ставим еще вот сюда. И все. В принципе, ходим. Теперь я его убил. Это прикольно, кстати. Еще один пустой резервуар. Так, итого у меня уже 2. Давай поставим энергобота. Пусть будет. Так, ходим. Ничего страшного, ничего страшного. У меня этих штук просто жопой жуй. Смотри, хоп. Так, итого у меня 4. 4, и я пока никого поставить не могу. Раз. Ты будешь все время мне эти штуки давать? А, возьми карту. Ну, давай возьмем. Бля, я белку взял. Ну, ничего страшного. Так, ставим вот сюда и ходим. Итого я нанесу 4 урона. Да? Раз, два, три, 4. Победа? Пока не победа. Ладно, сейчас будет победа, смотри. Берем отсюда карту. Есть что-то интересное? Снайпер-бот. Да как скажешь. Смотри, что делаем. Делаем вот так вот. И делаем двойной пулеметчик. Смотри, хоп. Сейчас залутаем монет. Раз, два, три, 4. Итого, сколько монеток? Много монеток. Смотри, очень много монеток. Плюс 16 монеток. Прекрасно. Так, хочешь узнать, что за звездочка? Да. У тебя на счету уже несколько побед, и поэтому за твою голову объявлена награда. В смысле? На тебя будут охотиться головорезы. Но они прекратят охоту, когда ты умрешь. Прикольно, однако. Так, возьмем карты. Чё тут? Попрыгунчик. Чё ты? Мощный прыжок. Карта с этим символом блокирует атаки существа с символом летунов напротив. Давай возьмем, может понадобится. Может понадобится. Пошли наверх. Монетка. 18, хорошо. Че это такое? Так, сюда, видимо, нельзя. Ну ладно. Пойдем направо. Так. Опять со своими бомбами. Сколько? 11? А, 0 урона. Я думал 11, думаю, нихера себе. Так, ну пустой резервуар ставим вот сюда. Пока. Пока пусть лежит там. Слушай, надо было, наверное, на автоматона поставить. Но ничего, уже поставили. Так, автоматон нанесет 1 урон. Да. Ну, ничего страшного. Так, берем белку. И ставим на автоматона. И еще раз ходим. Так. Что это такое? Меня зовут Войде Лябари. И я сорву с тебя скальп. Ничего личного. Я Дико Мискузи. Ты кто такой? Погоди. Так, не-не-не, стой-стой. Вот так вот. Это что такое? При получении урона карта с этим символом меняется меняет местами свою энергию и здоровье. Нихера себе, у тебя урон 3, блин. Это мне сколько урона сейчас прилетит? Ха, тебе жопа, подожди, чувак. Раз, два,
3, итого сколько? А, подожди, 2, 5. 5 урона мне прилетит. Это много, а у меня есть кого-то поставить? Так, нету никого. А, снайпер-бот. Снайпер-бот. Так, берем отсюда крутую карту. А, рокировка-бот. Давай-ка мы поставим снайпер-бота. Но он мне сейчас нанесет урон, и я помру. Поэтому делаем... Че, надо как-то придумать... Рокировка-бот... А, 5 стоит. Ёлки. Так, энерго-бота можно поставить, и он мне нанесет 2 урона тогда. Я проиграю или нет? Вопрос. Раз, два. Могу проиграть. Могу проиграть, но постараюсь не проиграть. А что делать? Что делать? Я его смогу уничтожить в любой момент. Но мне нужно один ход, потому что сейчас я его не уничтожу. Нужно, чтобы он стал вот здесь вот. Да? Да. Поэтому ставим, наверное, энергобота. Сколько у него? 1 хп. 1 хп и ставим его вот сюда. Ставим. Что-то еще могу поставить? Эх, надо было белку брать. Надо было белку брать. А я сейчас не могу ее взять, да? Да, ладно, ходим. Надеюсь, не проиграю. Так, раз. Не проиграл? Фух, так, это было очень близко. Так, берем белку. Берем белку. Кого? Так, смотри. Сначала ставим снайпер-бота. Снайпер-бота ставим вот сюда. Раз. Мы уничтожаем сломанного бота. Он взрывается? Да, он взрывается. Точно взрывается? Или я сейчас херню делаю? Когда карта с этим символом погибает, существо напротив и соратники по сторонам получают 10 единиц урона. Да. Он погибает. Теперь ставим пустой резервуар вот сюда. Так. И я получу один урон. Это плохо. Я проиграю. Ёлки. Ну ничего. Блин, ну наверное проиграю. Ладно, ходим. Стреляем вот сюда. Так. Я еще сорву с тебя скаль. Войделя Барри не сдается без боя. Так. Бляха, муха. Все, все, это проигрыш, да? Эх, какой. В смысле, верни деньги. Бум, ты потерял все свои деньги, молодчина. Отдай, хочешь их вернуть, да? Тогда вернись в точку и не умри по дороге. Эх, твою же налево. В смысле? Обратно к последней контрольной точке. В смысле? Обратно туда, где ты был. Это будет непросто, все те же враждебные боты снова возродились. В смысле? А, ты там вроде никого не было. Сейчас заберем. Там вроде никого... А, на мосту кто-то был. Так, я опять против Войделя Барри. Или не? Ты кто? Будильник... А, будильник-бот. Ну окей. Сейчас разберемся. Ну тогда ставим пустой резервуар вот сюда и ходим. Так. Ничего страшного. Берем еще один. И ставим тебя вот сюда. Так, теперь что? Ну, вроде все. Ходим. Раз. Уничтожили. Еще один будильник. Сейчас, сейчас. Берем еще один. А подожди. Ладно, сейчас посмотрим. А что? Ладно. Ходим. И... Так, он еще раз уничтожил, ничего страшного. Это что такое? Прикольно. Смотри, как дергается. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, берем еще один пустой резервуар, ставим вот сюда. Итого у меня уже 3. Ставим бронебота. Бронебота вот сюда поставим. Ходим. Я могу выбирать. Это прикольно, это прикольно. А если я уничтожу? Я потеряю... А, да, действительно. Так, давай приз... А, подожди, давай возьмем карту. И поставим приз бота. Так, и пустой резервуар вот сюда. Ходим. Ну давай вот сюда стреляй. Так. Теперь. Какую карту я получу? Энерго-бота, спасибо. Он такой полезный, он такой полезный. Рокировка-бот. А давай. Еще не пользовал им. Так, в принципе, все, ходим. Ах ты какой. Он не получил урона. Но ничего, сейчас может быть получит. Ну, давай еще одну такую карту возьмем. Энергобот. Как скажешь. Пустой резервуар заменяем на вот эту штуку. Входим. Раз, два, три. Итого немножко больше урона. Немножко больше урона, но ничего. Это мое, пожалуйста. Так, все монетки я забрал. Слушай, опять с тобой разбираться, Лорд Делем Пламдум. Так. Опять ты, бамба-бот. Бамба-бот.
Давай поставим вот сюда эту штуку. Мы защитимся от одного урона. Попрыгунчик. Попрыгунчик. У него 2 хп. И хорошо, что он дешевый. Можно будет его поставить вместо... Ну, на защиту отсюда. Так, ну берем еще одного белку. И ставим ее вот сюда. Ходим. Так. Раз, два. Замечательно. Какой у него там что? Раз, два я получу урон, да? Берем еще одну белку. Итого у меня уже 3. Да? Пустой резервуар вот сюда. Попрыгунчик не наносит урона. Но... Ага, как можно сделать, да? Да, окей. Тогда попрыгунчик оставим вот сюда. И в принципе это все, что я могу пока поставить. Давай. Получу один урон, но ничего страшного. Ничего страшного. Слушай. Мне нужно еще что? Сколько у меня энергии? 4. 4 энергии, и возможно... Смотри, я получу 2 урона. Но если я уничтожу эту штуку, рокировка бот тоже умрет. И если я уничтожу этого бомбобота, эти две карты умрут. Да, да, так и будет. Но для этого мне нужно чем-то выстрелить. Чем-то. А для этого мне нужно взять какую-то карту. Ну ладно, возьмем отсюда карту. Посмотрим. Двойной пулеметчик, слишком дохера. Давай возьмем приз бота и поставим его, наверное, против вот этой штуки. Да. И пока все. Получим еще один урон. Раз, два. Итого. Да, ничего страшного. Кого я получил? Кого я получил? Ладно, берем белку, она сейчас нужнее. Так, у меня 5. 5, но мы получим один урон. 2 урона, точнее, мы получим. Да, да. Ходим. Раз, два. Гаечный... Гонч? Бляха, я в жопе. Так, гаечная гончая. 2 урона, но тоже 5 стоит. А что она делает? Когда существо противника стоит напротив пустой ячейки, карта с этим символом занимает эту ячейку. Понятно. Но это не очень прикольно. Мне нужно взять карту, да? Ну давай. Бляха, а что я возьму? Что я возьму? Не, это опять проигрыш. Смотри, это опять проигрыш. Пустой резервуар или двойной пулеметчик? Смотри, двойной пулеметчик, да? Не, бляха, все равно помрем. Все равно помрем. Даже если я поставлю сюда двойного пулеметчика вот сюда, он уничтожит вот эти вот две карты. Вот эти вот. Раз, два, три. Три карты уничтожатся. Да, да. Просто еще один урон, и я все. Смотри, но если я поставлю его сюда, он уничтожит вот эти вот две карты. Точнее, эти три карты, потому что сюда урон прилетит, и сюда урон прилетит. А эта карта уничтожится. Но я все равно получу один урон, бляха. Я все равно получу один урон. А, подожди, смотри, делаем вот так вот. И делаем вот так вот. И пустой резервуар ставим. А я могу гончу поставить. Или рокировку бота поставить. Не, рокировка бота умрет. Поставим вот сюда эту штуку. И ходим. Вроде бы умереть не должны. Ходим. Раз, так. Два, так. Не ходи, не ходи, не ходи, не ходи! Блять, нет! Да капец! Черт! Я согласен. Опять все бабки на ветер. Да елкой палки. Так, квадрокоптер нас забрал. Сейчас вернемся. Сейчас вернемся. Так. Мы без бабок. А идем опять на мост. Так, ладно. А, эта штука у нас сохраняется. Это хорошо. Опять против кого? Против будильников. Ладно. Где? Пустой резервуар. Ходим. Так. Раз. Еще один. Два. Ходим. Замечательно. Да-да-да-да-да. Тут против будильников играем. Тут очень не туда. Вот так вот. Могу энергобота еще поставить. Хорошо. Ходим. Давай. Раз. Тихо. Два. Три. Четыре. У меня 4. Бронебота поставим. Че? Ходим. Раз, два. Еще один будильник. Ну, берем отсюда карту. Двойной пулеметчик вместо энергобота. Двойной пулеметчик. Ходим. Раз, два. И вот сюда. Победа. Смотри. Раз, два, три. Победа. Замечательно. Еще одну монетку залутали. Хорошо.
Слушай, мне кажется, можно так обузить систему. Просто проигрывать и все. Так, да я понял, у меня куча монеток. У меня куча монеток, и это очень интересно. Как мне, блядь, победить эту херню? Ой, бляха-муха. Так. Бамба-бот. Как скажешь, как скажешь. Но у меня ничего не остается. Пустой резервуар ставим вот сюда. Так. Ну, один урон получим. Еще один пустой резервуар. Где? Вот сюда. Ставим на сюда. Входим. Так. Раз, два. Что здесь? Так, да? В принципе, если мне накопить сколько? 5-6 монеток, не монеток, энергии, я могу сюда поставить двойного пулеметчика, а не поставлю. Мне нужно уничтожить и эту карту, и вот эту карту. Так, ну я сейчас получу 2 урона. Это плохо? Это плохо. Поэтому что мы делаем? У меня есть пустой резервуар и энергобот. Да, да, поэтому мы поставим энергобота. А тут не важно, куда его ставить, поэтому поставим пустой резервуар вот сюда, а энергобота вот сюда. Вот сюда. Да. И ходим. Так. Получим один урон, но ничего страшного. Вроде должны выжить. Так, теперь я могу поставить снайпер-бота. И кого мне уничтожить в первую очередь? Давай уничтожим вот эту вот карту. Да, да, берем белку. Берем белку. Ставим белку вот сюда. Берем снайпер-бота. И, в принципе, все. Мне больше некого поставить. Вот так вот. Раз и два. Замечательно, уничтожили карты. Эта карта не наносит урона, а эта наносит всего единичку. Теперь берем крутую карту. Двойной пулеметчик, блин. Это круто. Это круто. Я нанесу сколько? 4 урона. 2 сюда и 2 сюда. И тогда придет рокировка бот. Да, да. Но у него очень много урона. У него очень много урона. А, так тут снайпер бот. Он ему урон не нанесет. А вот двойной пулеметчик ему урон нанесет. Слушай, ну давай поставим, потом, может быть, уберем. Давай поставим. И вроде все. Зато ему нанесем сейчас много урона. И сломанного бота тоже уничтожаем. Так, замечательно. Итого, почти победа. Почти победа. Так, он убил снайпер-бота, поэтому... Слушай, я просто смотри. Смотри, что будет. Я ему нанесу 2 урона, и у него будет урон 3. А я поставлю белку, и он мне ничего не сделает. А, рокировка бот. Давай вот так вот сделаем. И все, ходим. Так, так. 3 урона. Все. А, замечательно, просто замечательно. В смысле? Где чекпоинт, блин? А мне куда? Ну, пойдем налево. А где я вообще? А где я? В смысле? А, чё? Карта. Раз, два, три. Призбот есть, попрыгунчик есть, шахтер. В конце хода владельца карта с этим символом перемещается в сторону, изображенную на символе. Слушай, ты стоишь 2, и ты какой-то очень слабенький, поэтому возьмем попрыгунчика, он хоть какую-то защиту дает. Так, идем в атаку. Ух, надеюсь, я не проиграю, потому что опять проходить этих трех чуваков, ну как-то такое. Че, будильник что ли? Будильник, урон 3. А че ты светишься? Ладно. Ладно. Пустой резервуар ставим вот сюда. И ходим. Так, и... Так, хорошо, берем еще один. И ставим вот сюда. Попрыгунчик стоит 1. Давай поставим вот сюда. Пусть будет. Пусть будет, хоть какая-то защита, но будет. Бамба-бот. Так, что тут против меня? Двойной пулеметчик! Эти карты тоже имеют силу? Точнее, 6 хп. Хорошо. Эту пока поддержим, на 3 урона хватит. Пустой резервуар сейчас откинется. Что нам делать? Энергобот. А есть смысл? Слушай, наверное, есть смысл, но вместо кого? У него 1 хп, ну и тут тоже 1 хп. Поэтому берем пустой резервуар, ставим вот сюда. И молоточком уничтожаем попрыгунчика. И вместо него ставим энергобота. Ходим. В принципе, вот так вот. Так, ну ничего, пока выживем.
4, 4. Мне нужна еще одна. Пустой резервуар. Поставим вот сюда. Итого получим один урон всего, да? Раз, два. Ничего страшного. А у пулеметчика сколько жизни? Бля, одна жизнь. Ёлки. Но мы уничтожим тогда двойного пулеметчика и бомбобота. Слушай, а не рано ли уничтожать бомбобота? Вот в чем дело. Вот это вопрос, конечно. Так, стой, смотри. Смотри, смотри, смотри. Если мне сейчас выпадает... Бля... А, смотри, мы сейчас ставим белку вот сюда, получаем один урон, ставим двойного пулеметчика, и он уничтожает все три карты. Да, смотри, берем белку, ставим вот сюда, получаем один урон. Нет, не один, два урона получаем. Ничего страшного. Берем еще одну белку, наверное. А зачем мне белка, если у меня и так все полное? Ладно. Ставим вот сюда вот так вот. Раз уничтожили, два уничтожили. Смотри. Давай, раз, два. Замечательно. Так, теперь что? Берем крутую карту. Снайпер-бот против кого? Против рокировка бота. Я ему пока урон наносить не буду. Это чревато. Так, ну, ходим. Давай, раз, два и вот сюда. Итого, сколько урона нанесли? Много. И это хорошо, но он сейчас уничтожит. Да, так и будет. Но ничего, возьмем отсюда что-то. Бронебот. Бронебот. Тут тоже рокировка бот. А сколько у него хп? Тоже одно. Но я ему нанесу сейчас два урона. Давай попробуем. И все. Уходим. Давай сюда и вот сюда. Раз, два и еще. Бляха, он уничтожил. Так, хорошо. Мне нужна еще одна крутая карта. Двойной пулеметчик. Вместо бронебота. Так, я ему нанесу два урона. Так, бронебот вот сюда. Двойной пулеметчик вот сюда. Пустой резервуар. Это был мой профтейк. Надо было сначала пустой резервуар поставить. Но ничего, два урона, и мы победили. Да, замечательно. Замечательно. 20 монеток, хорошо. Чекпоинт. Да? Предметы заряжены на 100%. Замечательно, замечательно. Так, генераторы ботов отключены на 100%. Что происходит? Гадство. Заряд иссяк. Я могу встать. Я разрешу тебе встать и найти новую батарейку. Это ты зря, чувак. Все, вставай, 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 вставай. В смысле? Тебе разрешено заходить только куда? В инспекционную. Я понял, да, я погуляю. Вытащи батарею из инспектометра и принеси ее сюда. Хорошо, пошли. Фух! Да, буду я ходить, куда ты мне скажешь. Что здесь? Вот так, не могу. Так, мне нужна пятерка. Так, два. Два урона нанесем. Тут мне никто не намажет. Все, ходим. Три. А что? А, давай вот так. Вот так. Один, да, елки. А, так вот так вот сделаем. Да? Да. Ну, вот так вот. Четыре. Что за цыганский фокус? Подожди, а если вот так, вот так и вот так? 5. Здорово. Пульт миссис бомбы? Да, конечно, бери. Он бросает бомбы на пустые ячейки. Тактическая очистка, не дурячься с ним. Дурячься. Окей, давай вот эту штуку посмотрим. Тоже пятерку нужно брать. А что это делает? Что делает этот ромб? Можно где-то почитать тебя? Есть тут ромб? Ну, книга. А, кажется, вот она. Да? Что это? А вот это? Что это? Что это? Ничего не клацается, ладно. Ладно, сейчас посмотрим. Так. Так, так, так. 5 урона. Ну давай 5. Итого тут будет сколько? 2. Наносим 1, он наносит 1. Наносим 2, наносим 3, он наносит 1. Так, ну тут... Я что-то запутался совсем. Что это делает? Ладно, давай походим, посмотрим. 3 урона. А если так? Вот так вот. Что это делает? Непонятно. 2. А если так? 1. А это что такое? Вот так вот. 0. Прикольно. А если так? 2. И эту штуку я двигать не могу. А если так, вообще 0. 2. А что 2, если 2? Погодь. 0, 0, 0, 1, 1, 1. А если я сделаю вот так вот все? Ага, понятно. Так, это двигаться не хочет.
Сколько сейчас? 2. Хорошо. А если я поставлю вот так вот? Тоже 2. Ну, потому что я один наношу, и тут пофиг. А если ставлю вот так вот? 4. Тогда давай поставим вот так вот. Ах, ну вот так вот. А чё один? А чё один? А так 4. А если я поставлю вот так вот? Так 3. Да. И вот так вот все еще 3. Да. Так, ну чё? Вот так вот, что ли? Тоже 1. Я не понимаю, что делает этот ромб. Что он делает? 1. Тихонько. 4, да, бляха-муха. В смысле? А куда? 3. Так, давай думать. Это какая-то непонятная штука. Мы наносим 5 урона здесь. У него 2 хп, получается 3 урона. Правильно? Если я правильно понимаю, будет 3 урона. 2 урона. 3 урона. А чё 2? А чё 2? Раз, два. Я еще наношу по 2 урона сюда. А давай вот так вот. 2. Почему 2? Раз, два. Наносится сюда. Тут никто не атакует. И я наношу 5. А если вот так вот? 2. Хорошо, это понятно. Но он-то мне наносит 3 урона. 2. А если вот так вот? 0. Хорошо, так, 0. Так, 0. Так, 3. Чё? Как это 3? Так, я наношу 3 урона. У него 2 хп. Получается 1 урон. Здесь урон нивелируется. И тут 3 урона он мне наносит. Я правильно понимаю? 3. А если вот так? 3. Чё? А если так? 3. А если так? 0. Что делает этот знак? В смысле? Так, 0. Что делает этот ромб? Можно где-то почитать, что делает этот ромб? Отойди. А я эти штуки и не включал. Ничего страшного, просто реши парочку простейших головоломок. Так, погодь. Мне... Чё? Мне нужен тутор. Где у тебя тутор? Книга. У Лешего была книга, у тебя тоже должна быть. О. Ох, как мне это достало. Из-за глюков сюда иногда залетают старые... старье других переписчиков. Не обращай на это внимания. Да, не обращай. Сейчас я тебя не обращу. А, оно работает. Сейчас... Так, если я правильно помню, это получается где-то... Где-то... Сейчас... 4... Вот так. А если вот так? Открывай! Какая тут комбинация? Какая-то же должна быть тут комбинация, в смысле? Допустим, 2 часа дня. Что я сделал? Что я открыл? Как мне это взять? Отой. Ну, прикольно. И чё? Летун 2 точки. А что мне с этим делать? Это еще можно крутить? Что я сделал? А если я буду просто крутить все подряд? Допустим... ну окей, 12 часов ровно. Окей, а если... Вот так вот? Прикол. Подожди, а если так? Не, я так затрахаюсь крутить, конечно. Ладно, прикольно. Слушайте, ребят, наверняка есть какая-то комбинация, которая открывает нижнюю дверцу. Напишите в комментариях, посмотрим, может, там что-то есть интересное. А, что это? А вот это что? Ожидание печать. Да, я понял, я хочу открыть эту дверь. Я все, я не понимаю. Как, почему, а что, а как? 2. 3. Так как тебя решить? Ладно, пойдем другие загадки пока решать. Пойдем посмотрим, что здесь. Что это? Поверни символ в правильное положение. Вот так, готово. Поверни символ в правильное положение, как скажешь. Готово. Поверни символ в правильное положение. А что это такое? Вот, кажется, так.
Эту штуку открыли. Давай тут. Выбери все квадраты, в которых есть карты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А тут нету карты. Выбери все квадраты, в которых есть карты. Так, 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 так. Смы! Так, что ли? Но это ж не карта. Да, вот я об этом и говорю. Вот карты. А, вот тут карты. В которых есть карты, окей. Так, так, так. Все открыли. Так, мост открыли. Какая-то штука. Тут выйти нельзя. Че, поклацать? Рыба-бот. Рыба-бодзер. Нашел меня? Хорошо. Робот-рыбка меня прятать. Месть за тот раз. Плохая рыбка. Понял? Так, ух ты. Ты че такой? А зачем я тебя разворачиваю? Ладно, это прикольно. Что здесь? Йоу. А, я взял батарею, но я к нему не вернусь. Он меня может не выпустить. Ага, вот она, неси ее сюда. Я не приду. В смысле? Верни свет. Дай решить ту загадку. Куда мне идти? А куда идти-то? А, вот. Я к тебе не подойду. Подожди, я хочу решить загадку. Вот так вот. Сейчас решим. Сейчас решим. Подожди. Так. 2 урона. Потому что отсюда 2 урона. Так, 0 урона. Понятно. А так? 0 урона. А почему? А если так? 0 урона. А если так? 0 урона. А если так? 4. А, 3. А если так? 3. Было ж 4. В смысле? А чё 3? А, вот так вот было 3. Так было 4. 1. В смысле? Вот так. 1. Что ты поломал? А чё 3? А, вот так вот было 4. Все. Не так, вот так. Вот так. Вот так было 4. А как дальше? Как дальше? Куда дальше? Куда? Надо нанести один урон. Или сделать так, чтобы он не получил, не нанес мне урон. Или... Или как? Допустим, давай я сделаю вот так вот. Один. Один. А так 4. То есть эту карту не трогаем. Хорошо. Один. А так 2. Окей. Так 4. Так 3. А так 3. А так... Все еще 3. Вот так 4. А если я отсюда уберу карту? 1. 4. Я не понимаю, что делают эти моксы. Вот в чем дело. Вот это вот единственный минус. Но я не знаю, выпустит он меня еще раз или нет. Поэтому нужно решить загадку сейчас. Так. Так, 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 так. Сколько я получу? 0 урона. 0 урона. 3 урона. 4 урона. Нет, все еще 3. Вот так, 4 урона. А это бесполезная херня. Смотри, все равно 4 урона. А куда? А как? Так. Бляха, что делают эти моксы? Что они, вот что они? Давай вот так вот. А, все равно я получу до хера урона. Давай вот так вот. 2 урона. А так? 2 урона. Вообще, понятия не имею, для чего вот эта карта. Она ничего не делает. Она не защищает. Ну, давай поставим. Вдруг она защищает на 3 урона вот отсюда. Я не знаю. Так. 0 урона. Так, 2 урона. А так, 2 урона. А если так, 2 урона. Ну, вроде как бесполезная карта. Ладно, а если мы сделаем вот так вот? Вообще 0 урона, да? А если так? 0 урона. Вот какая-то комбинация из этих клавиш что-то решает. 3 урона. А если сделаю вот так вот? 1 урон. А если так? 2 урона.
Вот так. Один. Так, два. Почему два? Вот так. Четыре. Почти. Почти то, что нужно. Три. Бляха. Вот так. Один. А так два. Но это прикол, конечно. Так. Три. А так четыре. Ну давай, пока... Хорошо, допустим. Зафиксировали. Ладно. Меняем вот эту. Ничего не происходит. Поэтому пусть пока лежит внизу. Меняем эту. Один урон. Ставим сюда. Два урона. Ставим сюда. Один урон. Понятно. Не здесь. Вот здесь. Один урон. Один урон. Один урон. Да, бляха. В смысле? Как? Почему? Так, четыре. Не, это прикол какой-то. Оно не работает. И эта карта тоже не двигается. И на этом мы с вами, друзья, остановимся. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте комментарии, пишите лайки. С вами был Лун. Всем спасибо. Всем пока.